сегодня буквально пошли пешком гулять. Мы находимся практически в центре города, в одной из частей, где очень красивое место есть, где можно прогуляться. И сегодня какой-то праздник, честно, мы не очень знаем, что это за праздник. Была пробежка, был марафон, наверное, это посвящено все вместе этому событию. Там катаются на великах, показывают трюки. Сейчас мы сюда пойдем и все посмотрим. Наши тени направляются к общему празднованию. Привет, помаши! Сегодня погода нам подфартила, не сильно жарко, даже когда нет ветра, душновато немножко, а так вообще хорошо, тепло. Слышно звуки комментатора. В общем, мы идем. Стал здесь. Кстати, да, здесь столько машин припарковались неправильно. Гаишники стоят там, просто пачками выписывают штрафы, и он уже эвакуирует первые машины. А мы подошли к фонтанам. Здесь очень красивый фонтан в виде шара и сам этот драмтеатр. Так, сейчас. Театр драмы. Около него всегда вот такие праздники проходят интересные. А на День города здесь обычно идет выставка и продажа цветов. Какой велик, кстати. Вообще Максимки такой. Как раз трехколесный. Он на лодочке плывет. Сейчас мы подойдем, там набережная еще. Река и сеть. И я улицу забыла какая-то. По-моему, Октябрьская площадь, что ли, что-то такое. Просто забыла. Давай, давай, давай. Девчонкам чуть сократим дистанцию, я думаю, что... Ой, прошу, нужно тебе находимся на набережной, а по ту сторону набережной видно, в принципе, все тоже такое интересное. То есть, если посмотреть немножечко вот туда, стадион наш «Динамо», называется, и метро «Динамо», то есть там есть станция, квартиры там очень дорогие, здесь, и круглый также на заднем фоне за мной видно. Это у нас застройщика такого, сюда же первый кризис, он цены вообще не снижал. Thank you.
звон колоколов в храме на крови слышно. Кстати, еще отсюда видно кинотеатр «Космос». Видно? Видно. Также видно Бажовский, который мы часто употребляли там в разговорной своей речи. В общем, проезжали мимо, про него рассказывали. Очень хорошо здесь можно наблюдать, как он стоит, на, получается, на возвышенности. Кстати, и даже с этого места видно Высоцкий. И Андрей, и уже самый большой, сам Высоцкий. В общем, так что такое место, где можно рассмотреть, в принципе, все такие достопримечательности города. Получается, это как из травы сделаны, обезьянки, которые играют, а нет, обезьяна, медведь, осел и коза. Нафига козе баян? Ну все, МТБшники, давайте раскаточка. По паре разочек можно прыгнуть. Ребят, многие отсюда разгоняются. Давайте чуть-чуть раздвинемся. Грандаж. Музычку нам погромче, пожалуйста. Парни готовы просто погибать на этом фанбоксе. Да, именно так. Это бэк-клип от Кирилла Кравцова. Можешь просто съезжать, все внимание на тебя. А, попыточка B3, немножко перекрутил. Еще Дико Кирилл. Знаменитый пар. Ребят, я вас просил не решаться, пожалуйста. Очень амплитудная трешка No Drive. Фонетик.
Кожевников, Ромик. И это трак-драйвер, отличный трюк. Попыточка банкина в модере. Маликов Эмиль. В общем, попали мы, получается, там на Белогород. Сегодня это все соревнуются, как они там скатываются. На самом деле там такая специфика, что мы даже слов этих не знаем, такой лексикон. Но посмотреть интересно, ребята молодцы. Единственное, что там все такие молодые, все даже немножечко еще делают. Такой у них там драйвинг, так весело. За ними наблюдать очень интересно, потому что такие движения. Туда забираются даже высоко, ну там сейчас немало. Я даже так думаю, я даже, наверное, туда не залезла. Нам выдался момент прогуляться вдвоем с Сашей, и мы сейчас идем буквально вообще в самый центр, на площадь. Здесь улица Вайнера. В данном случае мы проходим около Европы. Здесь такой шикарный торговый центр вообще. Здесь, конечно, и соответственные магазины, бутики, что простым смертным здесь делать нечего. Хотя вон звездная есть, в звездную мы ходили, да? Прямо по курсу Успенский, Покровский, по-моему, это, да? Нет, это ГУМ. Торговая галерея. Также строящееся здание. Хочется много рассказать, но почему-то я забыла половину улицы, название. Что, где, как вообще называется. Видимо, второй декрет уже конкретно на память мою подействовал. Вот она, точечная застройка Екатеринбурга, что окна одного торгового центра буквально-таки смотрят в окна другого там. Можно переговариваться и говорить «Привет!». Здесь же сразу же администрация вон. То есть вообще все так близко.